Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV, с вами Марк и Герман. Добрый вечер или добрый день, друзья мои. Доброго времени суток, как говорится. Все правильно, молодец. Так, короче, ребята, мы сегодня продолжаем проходить Angry Birds 2, и у нас открылся насос для свиней. Вот, сейчас мы посмотрим, что это за насос. Мы пока сами не знаем, да. Что это такое. Сейчас мы порвем Артема и Макса. Я думаю, это что-то наподобие, уточек там из того рода, да? Ну, мне кажется, он насос какой-то, короче. А, да? Я имею в виду вот отсюда же. Сейчас мы его и испробуем. Я думаю, он будет засасывать, короче, всех свиней. Да. Из всей локации. Так. У нас обучение... Go, motherfucker. Банч, это не насос, это бластер какой-то. Это не насос, это какой-то этот. Блядь. Слушай, он одного я оставил в живых. Чё за херня? Косяк. Глюк. Друзья, это глюк игры. Или наоборот он... С кем мы добьем? Мы добьем синеньким нашим. Тройцей. Давай. Волосатый. Главное попасть в дыру. Опс. Банчик, молодец. Дополнительную карту нам дали. Так, сейчас у нас опять, наверное, обучение будет, я так думаю, нет? Или уже, типа, и так понятно, ребята? Нет, все, дальше играем. Бластера нам больше не дадут, мне кажется. Так, халява кончилась, ребята. Да. Я думаю, нам нужно вот так вот сделать, сбить вот это дерево. Да, нижнее. Тебе не кажется, что вся конструкция сядет просто поверх и все? Нет. Если мы в ТНТ попадем, вообще будет круто. Взрыв будет. Бам. Все, короче. Нормально. И еще туда улетит. Давай. О, вообще ништяк. Давай. Еще одного дали. Давай, упади. Да, он упал. Он тут упал. Ага, он не упал. Посередине еще остался. Да. Ну там нужен этот ред. Ред по-любому. Будем кричать. Да. Там без реда не обойтись. Так, вот так вот. И давай полетели. Охрененно. Ты просто мастер, короче. Мастер. Ну, тогда троицу, наверное. Да, троица. Хер пойми, что сделать. Хрен, что сделать. Ну да, петлю, может быть, там. В том месте. Так, мне кажется, нужно чуть повыше, наверное. Вот так сделаем. Блин, он не так сильно. Вовремя нажать надо. Давай. Блядь. Сука. Печалька. Чакушка. Не, Чак, он что он сделает-то особо? Не знаю, подтолкнет хотя бы чуть-чуть, ну, наверное. Сомневайся. Бомс, давай, сучонок, давай. Падай, ну. Капец, короче. Я думаю, надо заново начинать. Ну, мы сейчас уже добьем, чё нам. Бом-бом-бом-бом-бом. Сейчас мы рикошетить будем. Бомс. Это не рикошет. Просто, короче. Бомба. Хоба, давай вались, нет, ни хрена. Короче, мы все на свете просрали. Блин, вот этот чувак, да, последний, который остался, сидит там в жопе, хер достанешь. Ну сейчас у нас в следующий раз... Да, у нас будет другая конструкция совершенно. Другая конструкция будет. Да, теперь давай, играем, сегодня я плачу. Да, у нас раскошелился опять. Так... Фрезеровщик там платит на самом деле. Сам. А может оставим бластер? Бластер? Да. До следующего. А у нас этот, у нас. А, обычный... нельзя, да? Что это бластер называть? Или ты сам его так назвал? Я его так назвал. Может быть, все-таки сейчас сдохнет самый первый? Да, нет. Нет. Это походу этот. Ну так задумано. Походу так задумано. Так, кого мы используем? Да, синюю тройцу уж. Угу. Так, еще выше. О, блин, слишком сильно. Нормально это было. Мочи козлом. Отлично. Так, дали нам синюю троицу. Уа, другая. Ну, отлично, вообще нормально. Че, отлично, че нормально? Не, получше, мне кажется. Тут смотри. Тут вон TNT снизу прям. Туда нажми и все. Туда попади. И будет так, круто. Редом будем играть. Каким редом? Блин, ты Чаком играешь? Чаком, то есть. Я думаю, этот сдует его, пока он будет лететь. Нет, он же этот, у него супер. Нет, не получилось у нас, не получилось. Не смогли мы перелететь. Эх, печаль, тоска. Печалька, бедашка. Так, давай. Ну тогда надо было первых сначала, наверное, свалить. Надо было вот эту конструкцию расхерачить. Блин, он так хреново летит, кстати. Да, и не расхерачил эту конструкцию ни хрена. Нет, он плохо летит, кстати. Вот чуть хуже. Ну у него в другом плане. Давай, рядом, может, сыграем. Эту конструкцию? Или просто дальше? Ну, попробуем.
прокричать, наверное, так думаю. Ну давай. Если он вниз. Давай лети. Че за нахер? Отлично! Ты прям в яблочко попал, короче. И вместо тени. Ты вместо этой херни встал. И чё у нас? Жесть просто. Придется взрывать. А, слушай, он сдох. Матильда наша. Он нет, он-то сдох. Да блин, они так плохо летят, короче, вообще. Бля. Давай. Ну хотя бы. Короче, там же у нас птичка вроде осталась еще, да? Есть птичка. Ну это нам не поможет. Охренеть, это нам вообще никак не поможет. Наша синяя тройка. Синяя тройка, и мы ни хрена ничего не сможем сделать. Да. Даже так. Печалька, встала на какой-то бедашка, да. Палочки. Повтори. Понятно. Так, а почему он... А, вот все. Это мы все еще тот же самый проходим? Да, тот же самый уровень с бластером. Мы думали, что это просто обучение. А, нет. Хрен из зла. О, сейчас он умер. Да? Да. Ни хрена себе. Да. Производитель подумал, что, блин, что-то ребята... Переборщил, да. О, сейчас вот внизу мы... Блин, мы внизу собьем, смотри, да? Но и все этот... упадет. Да. Думаешь, упадет? Давай чаком, херач. Я думаю, упадет. Я думаю, если мы ее пробьем, он еще дальше полетит. О, нормально. И сейчас конструкцию вот эту там. Бадыщ, отлично. Нормально. Хороший удар. Все, сейчас надо это. О, заморозить можно. Не заморозить. Давай, наверное, этот. Прокричим чуть-чуть, да? Не, он опять не долетит, наверное. Не, ну он сейчас этот. Полетит же за счет вентилятора. Я думаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Слабо он крикнул, скажем так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Давай, Матильду. Опа! Что это было? Не знаю, там TNT взорвался. Отлично. Вот, все нормально. Остался наш. Отлично, мы еще дополнительно карту. Слушай, вообще круто! Что это было, только я не понимаю. Надо было ждать, короче. Да. Иногда нужно чуть-чуть подождать, кстати. Это важно. У нас сейчас очень много птичек, в принципе. У нас там еще какие-то две карты. Да. Так, что мы будем делать? Мы будем... По центру Матильду смысла нету, да? Или есть? Вот тут желательно вот эти тентишки зарыть, чтобы маленькие кусочки камешек разлетелись. Там кто-то рыгает там. Так что мы будем делать? Наверное, мы... Не знаю. Матильду, наверное, запустим. Куда? Если б между вот этими двумя стоячками получится, нет? Не знаю, вот именно я всегда рассчитывал на взрывную волну, а в последнее время почему-то взрывная волна у меня ни хрена не срабатывала. О, сработала. И задел, но не туда. Полетели наши. Полетели не туда. Они за счет вентилятора улетели. Да. Так, поэтому... О, нам дали чак. Блин, чак у нас сейчас... Блин, он за счет вентилятора не улетит. Повыше, может? Повыше он... Не, совсем там нужно... Не, нормально, не улетит. Он там под этим будет. Вон там TNT, он сверху. Нормально, сейчас. Вот так вот. Отлично. Круто. Три звезды обеспечены так, вообще. Три звезды полюбас. Супер. Есть. Еще на первом месте. Нормал дегит вообще. Сейчас мне какой-нибудь задрот добавится, друзья, и мы будем не на первом месте. Ты поэтому не добавляешь, да, никого в друзья? Все добавляем. Добавились, друзья, в Facebook, ребята. Да, друзья, добавляйтесь к нам на Facebook. Мы всех добавим. Да, везде добавились. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме еще добавляйтесь. Да, есть так. На Ютубе тоже подписывайтесь, конечно же. Да, еще лайки ставьте. О, шестой уровень. О, новый уровень у нас. Отлично. Так, самоцветы получены. Три самоцвета. Охренеть. Так, давай мы пойдем, короче, посмотрим. Сейчас, подожди. Пойдем посмотрим на наши, это, на наши птичек. На наших птичек. Так, у нас пока что перьев нету. Перьев нету. Ред. Перьев нет. Угу. Окей. Нет, так нет. Окей. А, вот смотри, второй уровень у птички. Он помощнее становится, получается? Что-то мне кажется, да. Взрывная волна увеличится, там, например, крик. Там. Вот это я не знаю, надо будет этот, короче. Так, сколько? Разузнать. Так, 30-31. А, у нас 5 дней. Так, надо будет погуглить, короче. Угу, угу.
На Вики. Вики залезть. Так, давайте мы возьмем. Что, возьмем ее? Возьмем. Тоже. Зачем нам ледышку? Дороже стали, да? Подороже? Нет, а, нет, так же было. Так, давай. Что, все берешь, что ли? Нет, не все. Вот это нам надо. Вот так вот, да. Вот. Ты же перчики возможно, больше любишь. Возможно, понадобится. Перчик нет, не веселый перчик. Так, я думаю, нам нужно разрушить среднюю конструкцию, и тогда будет все. Матильдой или Чаком? Я думаю, Чак... О, мы же можем вот стекляшку пробить. Mm-hmm. Нижнюю. Ну, мне кажется, блин, вот сейчас мы стекляшку-то его пробьем, а он же внутри каменной этой херни. Ну да. Он не пробьется, мне кажется. Пробьется. Так, чуть-чуть повыше. Еще, чуть-чуть. Еще. Слишком сильно ушел. Вот так вот. Давай, братюня! Блин, чё, видишь? Ты вообще... О, ты давай, не... давай. Блин, давай, 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 давай. Давай, давай, он упадет. Иногда нужно чуть-чуть подождать. Да, да, да. Слушай, нормальный блин, удар да, такой. Не взорвался нижний. О, давай, 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 заедь. Задень конструкцию. Опа. Блин, надо бы вот эту ракету сразу запустить, было бы вообще мощно. Вообще, да. Так, ну что мы сейчас? Матильду-то к ним запустим? Ну да, запустим туда к ним. Яичко сбросим. Блин, мне кажется, он опять не долетит сейчас. Блин, скидывал бы он пару-тройку, да, яичек? Охренеть. Ну по-другому у нас. Нормально, нормально. Другого хня он бы не долетел. Ну да. Взорвали мы к чертям ракету. Что спас ты чуть-чуть ситуацию. Что бы он сделал? Я говорю, было прикольно, если бы он пару-тройку яичек сбрасывал. Ну да, и еще этот. Нашел бы всех синей и задушил бы их. Вон, снизу. Деревяшки. Долетит, как думаешь? Да, все окей. Так. Только снизу надо чуть-чуть, да, вот так. Блин, мне кажется, что-то... Так. Чуть-чуть пониже. Давай, братан, я в тебя верю, короче. Так. Вот, не вот. Дыши, не дыши. Снайпер целится, называй. Сука, тварь, пакет. Из тебя снайпер, короче. Как из меня задрот в Angry Birds 2. Так, что мы будем делать? Давай, что, серебряного запустим. Это последний, да? Прям по башне. Нет, вроде нет. А, или последний? Нет, это второй еще. Ни хрена не пробивной, короче, как вот первый раз показывает, типа он камень там пробивает. Да, 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 ни хрена не пробивает он, блин. Так, что, блин, давай, синий тройцы. Че, как мы под низ спустим? Стекляшки там есть. Давай лучше вот так вот тогда. Блин, я не успел даже его раскрыть. Капец, короче. Короче, день началось невезучий. Все к чертям. Тогда чуть повыше. Вот так вот. Вот, был бы сразу, да, этот чувак? Ну, где он был-то? Да. Охренеть от конструкции. Так, ну у нас... А у нас... уточка и бластер. Ну чё, ничего не остается. Да, уточка запустим уж чем. Я думаю, уточка все решит. А, все. Вот, все. А, ну, нет, карту нет, дали. Нечего, упадет. Подожди, блин. Нет, не упадет. А, ну давай Чака запустим и все. Понизу. Опять этот странный... Вентилятор. Вентилятор. Вот так вот сделаем? Нормально, я думаю, надо пониже на те основные несущие конструкции. Да, вот так. Да ну, ладно, ты опять промазал, что ли? Да просто. Как ты мог промазать? Подожди, подожди, может грохнется. Блин, такая конструкция не может держаться на плаву. Это что, это же бред какой-то. Тут все может быть. Где законы физики? Капец уж инде, а. Запускаем наш насос, знаете вам, суки. Да. Короче, там слишком все быстро идет, когда Чака запускаешь, да, и ты это... Не успеваешь чуть нажать. Нажмешь, будет слабый удар. Чуть раньше нажмешь, он вдруг... Не успевает он разогнаться, короче. Да. Ладно, мы использовали, конечно, ну, все, что можно было использовать, но куда без этого? Куда без этого? Это мир читеров. Мир читеров. Да. Тут донатер. По правилам никто не играет. Двигаемся так, дальше. Уровень 33. Вперед. Мазафака. Вперед. О, дождичек. Так, не забывай про заклинания. Кого? Давай, давай. Че, ты хочешь этот уточек взять? Угу. Уточек, это походу утки твои любимые. Ну, перчик мне тоже нравится, так. Перчик тоже, да? Так, уэк, чем, уэк. Рыда?
Так, Реда снизу, что ли? Да. Давай. Мне кажется, если мы вот здесь вот запустимся, то... А лучше будет, там да? всем хана будет, короче. Давай попробуем. Давай вниз! Охренеть. Планкобан не сработал, короче. Ну да, есть такое. Поэтому давай вот так вот сделаем. Может, что свалится, да? Да. Вот так вот, давай. Давай, свались. Камешки. Куда ты полетел? Камешки. Срай, жесть. Мать. Мать всех матерей. Так, надо. Три птички мы использовали. 4, смотри, стало. А, обалдеть. Серьезно, что ли? Да. У нас одна птичка. Вот это задачка. Как с помощью одной птички раздолбать две огроменные конструкции? Я думаю, дорогая эти хрышки. Сверху вниз. Че, мы первый? Он там TNT. Ну да, первый там, до туда он не долетит даже. До туда он, да, не долетит. Но! Ни хрена вообще. Давай, падай камешек и туда к ним. Вот так вот. Давай, на TNT. Опс. Блин. Нет. Чуть-чуть пошагнул только. О, есть еще одна. Матильда. О, Матильда у нас, я думаю, долетит, как ты думаешь? Не уверен я, конечно, в этом. Ну. Что сделать? На первом. Здесь он тоже ни хрена не сделает, я думаю. Там столько камней. Надо на вторую херачить. А эту просто пошатнуть надо. Так. Так, давай вниз. Опа. О, нормально. Почти, ну и так нормально. Почти нормально. Вот сейчас бы он яичко сбросил. Смотри, он потихоньку падает и не умрет, поэтому. У него зонтик. Да ладно. Зонтик для этого, да? Походу, ну. Так, еще Матильда. Так, короче, у нас опять сейчас никого не хватит. У нас еще две. Давай хэпнем же. Ну! Жесть, блин. Короче, давай заново. Давай. Радуются наши хрюшки. Да, что мы немножко уважаем. Так, я думаю, нужно взять перчик. И вот это. Ну, давай. Без уточек. Опа. Так, у нас уже другая конструкция. Я думаю, вот верхнюю нужно повалить вниз, и все. Сначала, да? Да, что мы Реду возьмем? Замечательно. Блин, там бы подошел бы этот. Троица подошла бы. Че? Че за беспредел? Че-то ты вообще не то сделал, короче. Я же нормально ударил уже. Он в стекло. Получается, Ред у нас вообще... Стекло не бьет, получается. Ред по стеклу вообще никакущий. Стекольщик из него не тот. Давай взрывайся. О! Армон. Не туда улетает ракета куда-то вообще. Не в ту сторону, не в ту степь. Он летит наверх. Блин, вот один последний остался, как всегда, блин. Давай чак уже запустим. Кого же еще? Кутаром. Какой-то итак. Плохой мальчик. Итак. У нас опять Матильда. Че, перчик та же самая. Думаешь? Не знаю. Я думаю, может, давай заново начнем? Опять, что ли? Да, потому что, мне кажется, у нас уже мы потратили. Мне кажется, надо самый первый же этап с одной птички нужно, короче. Ну, можно. Надо научиться это делать. Опа. Давай сейчас прям херачим. Вот дали мы нам Чакову, да? Как ну, да. Нет, ну тут сейчас нормально Ред расхерачит. Главное вовремя нажать волну. Крик. Так. О, нормально, но чуть-чуть не туда, конечно. О, давай. Блин. Не, ну сейчас Матильду, может, туда. Или подожди, там еще есть этот у нас. Уже поздно. Я уже взял. На TNT он просто доползет. Бомбочка. И бом. Есть. О, нормально, есть. Все здорово, смотри. Нормально. С трех мы сократили до двух. Мощь такой, взорвой. Так. Взрыв вообще хороший был. Теперь, о, чак. Чак есть. Что мы можем с чаком сделать? Средний, может быть, собьем? Как думаешь?
Среднюю? Да. Или TNT? Вон там TNT есть на второй. Ниже, чем TNT. Мне кажется, TNT там оттуда Арсан взорвется уже. Ну давай попробуем. Так, давай, братюня. Давай. О, все, отлично. И сам, все. Все, есть, 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 есть. Супер, супер, еще и тот летит. Нет. Не улетел. Там еще деревяшка еще. Ждем. Прям ему по башке. Давай. Есть! Прикинь, по башке! Охренеть! Ну все равно там. Блин, тот только в яме. И что сейчас с ним? В бункере. Ну давай этим, сереньким. Серенький не долетит, мне кажется. Как не долетит, ты че? Ты че, братан? Летит. Не долетит. Давай, сучонок. Есть. Как ты его убил, я не пойму только. Что-то заделали. Что-то там заделали, да. А что у нас остались-то, какие птички? Сейчас нам новые дадут. Так, ну, еще нормально. Так, синие троицы у нас есть. Стекольчики. Стекольчики. Он долетит, нет, оттуда? Да, отлетит они. Давай. Go, motherfuck. Давай, Тинчи, ну! Капец. Просто впустую, короче. А у нас... У нас остались только супер приемы. Давай, что вот херачим уж что, да. Насосик. Пим-пим-пим. Так. Пам-пам-пам, баклажан. Так, давайте. Блин, ну все тут уже. Давай, он вниз. Какую-то одну из этих, да? Блин, вот он вниз выбрал, нам надо было верхнему выбрать. Мы даже сейчас не расхерачим, ты прикинь. Даже сейчас. Это просто еще подстава какая-то. Так. Это вообще попенсы и попенсов, короче. Это просто капец, ребята. Давай, утку выберем. Да, надо уток брать. Перец купим. Вот эту хрень. Ледышки, они вообще нахрен не нужны. Их надо использовать с птицами вместе. Да. Ай, блин. Так. Такой кабан был вообще. Так, и во. О, давай по этому. Вот так вот сейчас рикошетить. Да. И бам. Банч, вообще круто. Давай. Вау. А чё он, блин? Охренеть. Бомс. Давай, зонтик. Переворачивайся. Сучонок. Вот чертофан. Вот ты чертила, понял? Он еще ржет, понял, урод. Вот ты козел. Че, рядом? Ребят, ну не козел ли я, скажите, пожалуйста. Ну не чертофан ли я? Еще зонтиком с вами прикрывается. Я не удивлюсь, если он сейчас нас оттолкнет. Пошли, выиграет. Отскочил, как ты говорил. Чертила. Так. Ладно, че? Давай дальше. Что, может, как? Может этот? Яичко? А этот? Не яичко, а... Уточка? Уточка. Не, ран. Чака, думаешь? Да. У нас там еще три карты, поэтому... Вот я думаю, чаком, если вот так вот сделать, вот отсюда, то камешки покатятся вниз. И в них полетят, да? Да. Давай попробуем. Вот этот чувак только, блин, опять своим зонтиком. Да ладно, блин. О, давай. Ну. Блин, нет тут. Давай теперь эти уточки. Все-таки уточки, да? Все-таки уточки теперь, да. Все-таки наши уточки. Все. И то, блин, давайте мочите. Ну. Есть. О, вот, нам еще одну утку дали. Утку или чак? Утку вроде. Я не понял, вроде утку. Или так. Чака. Давай. Че, бластер, что ли? Да. Ну давай. Насос, так насос. Банч. Что было? Они увеличились, да, получается, у нас? Я ни хрена не понял, что произошло. Что за бред вообще, а? Давай взрывай к чертям нахер всех. Бомс. Мне кажется, ты этот... О, зонтик умер. Так, что мы будем делать? Наверное, я думаю, вот это серебрянка надо посередине бомбануть. Да? Чтобы обоих задеть, да. Давай сразу, давай быстрее, не тупи. Не, если я его задену сейчас, вот сейчас вот. Черт. Есть. Ну, хотя бы. Последний, интересно, что там. Ну, что-то мне кажется, у нас тут мало звезд, потому что мы конструкцию, короче, это не разрушим.
тоже нормально. Доп карту нам дали. Так, с Чаком, если мы пробьем. Вот его пробьем. А может стекло? Может стекло пробьем этим? Не-не-не, смотри. Тройцей. Смотри, если мы вот эту деревяшку пробьем, то TNT вниз упадет и взорвется. Так нет, можно было и тройцей. Тройца нам дальше нужно будет, наверное. Ну так, я думаю, нормально будет. Давай, давай. Я думаю, сейчас деревяшку мы уроним. Даже не пришлось. О, давай, взрывайся. Давай, 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 давай. Ну. Бля. Не, нормально сейчас мы. Не, нормально, я ничего не говорю, но было бы прикольно, если бы сразу. Так, что, синий тройцу запустим? Давай сначала этих, а там уже этим еще добьем. Я думаю, не придется добивать. Все. Фу. Это было мощно, ребята. Все, на этом по-любому хватит. Две звезды, блин. Ну, нам похер, короче. Да, нам похер вообще. Третью звезду я потом сам сделал без вас. Так. Фуф, ребят, ну что, было прикольно, было мощно. Опять мы... Это мы один уровень проходили столько? Нет. Нет? Два, да? Не знаю, сейчас посмотрим. Так. На каком уровне вообще? Два уровня мы проходили. Столько. 32-й на сейчас. Да, а, 33-й. 34-м сейчас пошли. Фух. Может быть, бомбанем? Не, хватит. Сейчас быстренько обзорчик такой, 34-й уровень. Он, может быть, тяжелый. Ну ладно. Так. Давайте возьмем вот эту штучку и перчик и вот эту, короче. Ах. Сколько тут у нас интересный этап? Также. Два. Да. Но они, наверное, сложные. Сейчас узнаем. Так. Что мы будем? Что у нас Чак Норрис умеет? Чак Норрис. Он у нас сейчас, мне кажется, надо пробить вот вниз. И ну да, там полетит ракета в эту херню. Возможно, туда полетит, возможно, туда не полетит. Да, возможно. Чуть пониже надо. Деревяшку прям хочешь. Нормально вот тут так, да? Да. Чуть-чуть повыше жму. Нет. Да, вот так вот так, все. Не-не, сейчас я опять задену, блин. В эту хрень. В камень, вот так. Давай-давай, лети. О, отлично. Бомба. Нормально. Вообще трехочковый. Отлично. Страйк. Страйк. Ооо. Вот шулай, это нам подгончик. Я думаю, тут надо уточек сразу запустить, короче. У нас читер играет, просто понимаешь. Да не читер. Давай. Так. Почти. Блин, почти. Ну, в принципе, все. Почти все, да. Матильды, так, давай. Так, кем мы бомбанем? Так и я. Матильды? Да, не. Ты хочешь это? Мне еще позабавить? Конечно, чуть-чуть позабавимся. И банч. Бомс. Нет. Ну, у нас еще есть Матильда. И она добьет. Повыше, ты че? Шарик не задень. Боишься? Банч. Просто яблочко, короче. Со второго раза. Все, друзья. Все, на этом точно все. Мы молодцы. Мы опять набрали молочков. Почему-то я не знаю почему. Ну, главное у нас 3 звезды. Ну да, главное 3 звезды. С вами был канал GameMakers TV. С вами был Марк, с вами был Герман. В следующем уровне у нас уже, кстати, босс. Босс, да. Повоюем с боссом немножко. Уже, смотри, следующий уровень у нас не только босс. Следующий уровень у нас будет... Последним. Зайцеванные какие? Зайцеванные леса. Зайцованные. Зайцеванные леса, да. То есть переход на новую локацию. Да, бамбуковый лес тут у нас будет, короче. Все, друзья. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Марк и Герман с вами, друзья мои. Пока-пока, до новых встреч. Всем пока.